Доброе утро. Ну что, разгрузочные дни, час старт. А скажите мне, пожалуйста, может, стоит записать какой-то типа лайтовый фудбук или поделиться с вами какими-то более легкими рецептами, чтобы дать организму передохнуть после праздников? Если вы думаете, что тебе мешало есть овсянку все эти дни, мне тоже хотелось расслабиться, я люблю вкусно поесть, так что дала себе слабинку, а сегодня у меня на завтрак овсянка, как и вчера, и позавчера, просто не каждый день снимаю. Она у меня запарена на растительном молоке, какао-порошок, черный, просто самый обычный перемолотый груша и голубика. И мой вечно остывший кофе. Девчоночки, я тут кое-что купила на распродаже. И я подумала, почему бы это не сделать частью моего влога. Так что сейчас все буду надевать на себя и показывать, что мне удалось отхватить. В Заре я купила сумку, которую как-то показывала вам в шопинг-влоге. Она кожаная и она есть в трех расцветках. Я видела, у нас еще лежат черные, но как-то мне захотелось чего-то яркого. И мне нравится она по форме, что она такая мягкая, современная. И я буду носить ее именно в качестве клатча. Здесь отстегивается вот эта ручка сейчас. Она вот застегивается на замок. И внутри достаточно места. То есть сюда поместится и кошелек, и ключи. Телефон и даже есть кармашек. Мне она еще тогда понравилась осенью, и вот я не жалею, что купила. В Заре купила платье в мелкий горошек, это указана цена еще без скидки. Сейчас оно стоит совершенно недорого. Это неплотный материал, но весной и летом самое оно. Рукава в виде фонариков вот такие короткие, и оно длины миди. Мне нравится то, что здесь есть разрез, но с поясом родным я, наверное, все-таки не буду его носить, где он есть. Сейчас его мерну, и Эска сидит так, как надо. Я даже очки принесла. Такой наряд прям итальяно получается. Здесь внутренняя этикетка. О, ее нужно обрезать, она оттопыривается. Ну, короче, я думаю, что суть ясна. Я балдею. В сумочку. Еще дай бог поехать в Италию в этом году. Мы бы очень хотели. Нам так понравилось в прошлом году, что тоже собираемся. А пояс у меня тоже из Зары. Я его не покупала на распродаже, а еще раньше, за несколько месяцев. Он мне показался очень интересным. И он из кожи. Сейчас тоже номерок вам подкину. Такое скромное, при этом женственное. Ой, не могу дождаться весны или лета. Вот этот пояс из Зары. И у меня размер 80. Но вы видели, что одна часть так прилично болтается. Мне бы хотелось еще покороче. Нашелся родной пояс от платья, но он его немножко простит, как мне кажется. Туфельки новые, свои похожие, я убила, и вы очень часто о них спрашивали. Также они были на небольшом каблуке, я в них столько выходила, но замки над Луарой и виноградники они не пережили. К сожалению, пришлось обновить. У меня 38 размер, и ну чуточку свободны. Просто я уверена, что 38-й... Боже, 37-й были бы слишком малы. Шубейка, которую я опять же купила на распродаже, ну, серединка на половинку. Наверное, на европейскую зиму, потому что, понятное дело, она ничего не греет. И за полную стоимость ни в коем случае. Почему? Мне нравится, как выглядит мех. В реальной жизни еще круче, еще красивее и даже натуралистично. Камера почему-то очень сильно отсвечивает черный цвет, она прям насыщенная такая... угольно-черная. Но посмотрите, внутри нет подкладки. Это уже минус. И 100 евро за такую шубу я никогда в жизни не отдала бы, поэтому я ее караулила на скидках. Вот ее номер артикула. Есть запасная пуговка. Надеваем. Вот так она смотрится в расстегнутом виде. У меня небольшой рост, 1,62 м, возможно, даже и меньше. Мне почему-то начинает казаться, что 1,62 м мне приписали... чуть-чуть на вырост. Давно, кстати, не мерила свой рост. Вы сейчас напишите мне, что такую шубу только с босоножками и носить. Но, вы знаете, здесь, во-первых, не ходят в натуральных шубах. Во-вторых, здесь плюс 10, даже плюс 15 зимой. Это как бы нормальное явление, и я бы просто запарилась в натуральной шубе. И часто я тоже передвигаюсь на машине. Так что в моем случае это что-то, вот, знаете, более нарядное, накинуть поверх какого-то платья или элегантного костюма, поехать в гости или выйти куда-то с кофе, тьфу, с кофе, с подружкой на кофе, просто из места в место перебежать, окей. Вот моя кофейная шубка, она действительно греет. Когда было там 2 градуса до 5, я целый день гуляла в Вене, в Праге. Но если у вас минус 15, то...
Понятное дело, что нафиг вам нужна такая вещь, извините за выражение. Но смотрится прикольно, и мне нравится, как статно это выглядит на женщинах, натуральный мех. Но даже вот есть возможность, я не куплю себе ни норковую шубу, ни какую-то другую натуральную, как-то не знаю. Я перегорела этим. Наверное, просто я не вижу этого в повседневной жизни, и для меня не особо актуально по погодным условиям. А так, когда все девчонки ходили в норковых шубах в университете, у меня не было. Конечно, мне тоже хотелось, но потом, когда мы начали выбирать с мамой, папа тоже одобрил покупку. Приехал Томик и сказал, ты что, с ума сошла? Короче, кто бы что ни говорил, я своей покупкой довольна. А единственное, к чему я лично могу придраться, это отсутствие подкладки. И, кстати, Томик уже успел один раз меня подколоть за эту шубу. А пока не знаю, как я буду носить эту повязку, но она мне очень нравится по расцветке. Но вот первый раз надела, просто давно хотела и подумала, почему бы и нет. Когда, как не сейчас, позволить себе что-то такое необычное, наверное, не характерное для меня. И забыла сказать, что повязка у меня из H&M, они есть в разных расцветках. Вы видели, что у меня был очень старый пуховик из Зары. Некоторые меня даже пристыдили, типа, сколько ты будешь в нем ходить, что он уже давно не актуален. Мне кажется, что это база, но я согласна с вами, что сейчас есть более трендовые, более какие-то такие расслабленные, ну, в общем, другие модели. И я очень хотела себе похожий пуховичок в белом цвете, но потом как подумала, что я постоянно буду сидеть с ним в химчистке, и когда увидела вот этот фисташковый, он из Зары. Также очень-очень похожая модель, есть в черном цвете, и снова темно, ёшкин кот. И написано было, что этот пуховик для очень холодной зимы. Не знаю, так как я живу в таком климате, как я вам уже много раз рассказывала, для меня ок, и главное, что попа прикрыта. И с сапогами мне очень нравится, и то, что он такой свободный. Причем я потом вам покажу, внутри есть резинка, поэтому он не болтается, как что-то такое безразмерное, но это конкретный оверсайз. И я сначала сомневалась по поводу расцветки, не буду ли я в ней слишком бледная, вот сейчас думаю, что так как-то даже весело с этой повязкой. Может, надо как-то волосы по-другому под нее. В общем, подскажите мне, как вы носите, или и так прикольно. Мы скоро, скорее всего, поедем в горы. Возможно, даже кататься на лыжах. Пока что все зависит от Захара. Непонятно. Но пуховичок, вот как-то чем больше он у меня висит, тем больше он мне нравится. И, наверное, я все-таки его оставлю. Тем более, я надела сейчас с этой повязкой. Как-то так симпатичненько получилось. Вот так он выглядит в запакованном виде. Мне нравится, что не понадобится шарф. Как же мне жарко. И тоже есть капюшон. Кстати, если вы беременяшка, то это тоже модель для вас, потому что это прям сильный оверсайз. Вот я не выдумываю. Написано, что до минус 20. У меня размер S, меньше нет. Но тут особой разницы не будет. XS или S, он такой, как палатка. Я не знаю, зачем вот эта штукенция нужна. Возможно, вы меня просветите, но мне кажется, чтобы он так не болтался, как безразмерное что-то. Подкладка другая, нежели вот он снаружи. И опять же, он лежал в пакете. Я думаю, что я его отпарю и возьму с собой на выходные, если мы таки выйдем. В Страдивариусе в онлайн-магазине заказала себе такие интересные ботиночки. Довольно высокая подошва. Насчет удобства я сейчас вам скажу, потому что я еще их не надевала, не обувала. Точнее, это не натуральная кожа, не натуральная замша, но для меня норм. У меня есть и такая обувь, и нет какого-то правила, что такая мне парит, а самая удобная, самая качественная кожаная, здесь не угадаешь. Но мне настолько они понравились, вот видите, они здесь просвечиваются, как бы перфорация, что я решила, почему бы и нет. Если они еще и окажутся удобными, то весной я буду в них щеголять. Блин, у меня 38 размер, и они мне велики. А так вообще они очень прикольные, но широкие. Я даже попыталась посильнее их зашнуровать, но это совершенно не помогло и смотрится не очень. И нога в них так интересно перекатывается, и я буду искать размер поменьше. Вот эта шубка, это хит этой зимы, очень удачная расцветка, она чуточку светлее, чем сейчас видите. И она тоже есть на распродаже, она из Зары. У меня размер XS, и как видите, она такая немаленькая. Я пока осталась в ботинках, шубка классная, но по сезонности они совершенно разные. Даже надела специально джинсы,
которую я отхватила в Манго, буквально за копейки. И мне сейчас очень сложно одной показать вам, в чем суть. Это модель Mom Jeans, то есть они, видите, и сзади свободные, и спереди, и не низкая посадка, то есть они не маломерят. У меня тоже 3/4 размер, и они есть в разных расцветках. Мне нравится то, что они сразу сидят нормально, то есть не нужно ждать, пока они там растянутся, что-то с ними произойдет. И я, наверное, себе дозакажу еще и нежно-голубые на весну. Вот такой джинс, он немножко тянется, и учитывайте то, что они изначально не сидят в облипку. Этикетка джинсеров, к сожалению, не сохранилась, но я покупала их онлайн. И точно оставлю вам ссылку или хотя бы номер артикула. И также на сайте Манго я заказала шарф из переработанных материалов, точно не помню из чего. И он очень мягкий и большой, такой приятный. Ему уже досталось, потому что он выпал из машины и прямо в грязь, как назло. Я его постирала при больших оборотах, потом еще застирывала вручную. Ну, вроде как все нормально, очень приятный. Покупка так и говорит, что Оля в ожидании весны. Я на самом деле влюблена во всевозможные жакеты, в платья-жакеты, как оказалось, тоже. У меня их не так много, так что пора начать собирать. Но, опять же, недорогая вещь, я уверена, что я много раз буду ее носить. Она из Страдивариуса, есть в разных расцветках. Одно небольшое но. На высоких девушках это будет, мягко говоря, не очень. Как видите, с моими не самыми длинными ногами в мире. Длина, ну, так, я бы сказала, что максимальная мини. Вот, так что смотрите, нравится вам такое? Нет, возможно, вы будете носить с какими-то, там, не знаю, леггинсами или с чем-то таким. Я себя чувствую очень комфортно. И я также на Новый год, да, в новогоднем влоге показывала вам черное в полоску, платье-жакет. И вот сюда мне нравится надевать топ-бандо. Я тоже один купила, у меня есть черный Страдивариус, но взяла еще один на лето. Сейчас тоже поделюсь с вами. И вот так посветлее будет. Еще мне кажется, что будет здорово с такими плотными колготками и с какими-нибудь грубыми сапогами или ботинками. Цвет такой веселенький, позитивный, на весну самое то. Это моя розовая радость, я покупала онлайн, а в стационарных магазинах они очень часто какие-то скатанные, страшные. Из H&M у меня пижамка, которую не мешало бы разгладить, даже в качестве домашней одежды можно использовать. Видите, она мне все прикрывает, все то, что нужно. Два топа бандо из Страдивариуса, то есть это просто полоска, которая одевается на грудь. И вот этот базовый черный я очень часто носила и летом, второй купила, потому что куда-то пристроила первый. Очень удобная вещь, когда вы не хотите светить декольте, не очень любите надевать какие-то майки. Вот этот, как бы вязанный крючком, и он еще и с подкладкой. Я не ношу это в качестве самостоятельной вещи, но под жакеты или когда мне хочется быть чуточку скромнее, то надеваю, или даже с рубашкой здорово смотрится вот этот черный. И они есть в постоянной коллекции Страдивариуса, это не из распродажи, хотя вот этот, по-моему, да. Точно не помню, но ищите их там, они 100% есть, если не точно такие же, то похожие. Показывала вам эту неоднозначную вещь, я сейчас, как вы его называли? О шарфе, о пончо, о кардигане, обо всем сразу в одном. Ну вот, понравился мне он. Захотелось мне, короче, чего-то интересного. Наличие 25% шерсти в составе сделала свое, плюс скидка. В общем, из резорта я ушла с пакетом. Только сейчас увидела, что это какая-то премиальная коллекция. У меня размер S. И видите, тогда была скидка минус 52%, а сейчас, возможно, еще и дешевле. Также в Страдивариусе я купила себе интересные, суперудобные босоножки, в которых можно будет и танцевать, и просто, не знаю, даже к чему-то такому лаконичному надеть. Они так оригинально выглядят на ноге. Я скажу вам честно, что я завтра иду на педикюр, поэтому не могу показать вам свои ноги, оно мне надо. И мне так нравится, когда здесь силиконовая перемычка и вот этот шнурочек вокруг ноги тоже смотрится так изящно. И приглушенный золотой цвет, не слишком желтый, он такой, видите, как будто смесь серебра с золотом. И в Манго нашла интересные сережки из какой-то вот лимитированной коллекции. Они интересно смотрятся на ухе, и я подумала, что
Все остальные я могу найти на AliExpress. А чего-то такого не видела. Может, они мне просто не попадались. Но вот если вы встречали такие, то поделитесь, пожалуйста, ссылкой. Я посмотрю, что еще есть, потому что бижутерия – это вообще моя любимая тема. Она позволяет обыграть многие наряды совершенно по-разному. Застежка здесь, как видите, самая обычная. Ну и номерок. Черное на черном, ничего не понятно. Но сейчас на мне просто огромный шарф. Здесь столько ткани, он намотан. Вот. И со второй стороны тоже низко висит. Этот шарф я купила в резерв. Он стоил $5. Такой объемный. Я даже не представляла, кому это выгодно. И там было много расцветок разных, он приятный, он мягкий, но без шерсти. Если порыться, то можно найти что-то утепленное. А это просто, вот знаете, чтобы закутаться, например, надевая чем-то полегче, но чтобы здесь ничего не мерзло. Очень довольна этой покупкой, как и всеми остальными. И это, собственно говоря, все. Сегодня у нас с вами получился такой другой формат покупок, более домашний, расслабленный, непрофессиональный. Надеюсь, что вы меня поймете, простите и все равно поддержите пальчиком вверх, потому что я хотела как можно скорее рассказать вам, что интересного есть в магазинах, а если оно и подавно вам не надо, то, возможно, вы заварили себе вкуснейший теплый чай, провели время в моей компании, вот как подружки с вами поболтали, кто что там купил, напишите, что интересного нашли вы. А, возможно, есть какие-то другие бренды, которые также доставляют в Европу без сумасшедшего налога. Я вот никогда ничего не заказывала из скандинавских магазинов, возможно, вы мне подскажете. Вот, буду ждать от вас какой-то информации. Ну а сейчас мне нужно оставить эту гору вещей и уже бежать за Захаркой. У меня еще не открыто несколько подарочков, давайте это сделаем вместе. Это у меня пакет от моей подружки Анетки. Она всегда готовит очень интересные, такие продуманные подарки. И здесь у меня блокнот, это календарь на 2020 год. Я себе уже тоже заказала, но побольше. Этот более компактный. О, это еще не все. Вау! Как красиво оформлено, правда? Здесь вот очень часто красиво оформляют даже самые мелкие подарки. Ой, очень красиво. Все мои подвесочки такого плана, сердечки, у меня был кружочек несколько лет тому назад, все они от нее. Он, кстати, вот этот магазин у нее не брендовый, поэтому ссылку я вам не оставлю, и он находится в Сковине, в том городке, в котором мы жили раньше. И зная Анетку, это, скорее всего, золото. Окей, а это у меня подарок от бренда Nars. Я уже, к сожалению, посмотрела влог Лены и частично видела, но, возможно, у меня здесь что-то другое. Ой, это то, что я очень хотела. Это палетка румян Nars. У них просто фантастические лимитки. О, да, это по-новогоднему ярко. Nars могут. Не могла дождаться. Это прям мои цвета. Такие освежающие, причем из таких палеток я люблю и смешивать оттенки, и даже если это матовые какие-то румяна, я добавляю хайлайтер. А здесь спрятаны помады в виде карандашей, они супер классные, неощутимые на губах, и можно использовать как карандаш и как помадку. Как это вообще возможно? Когда я видела их в Инстаграме, мне было интересно, как же это выглядит в реальной жизни. Точно так же непонятно, но настолько красиво, что жалко пользоваться. Еще вот такие классические помады. Давайте эту попробуем. Я, конечно, фанатка помад Nars. Вы знаете об этом. И это оттенок Барбара. В жизни этот нюдовый цвет еще красивее, чем вы видите. Я не могу насмотреться. Я так подумала, давайте устроим розыгрыш. Я в наборчик положу эту помаду. Вот такую красивую праздничную красную. Еще от себя докуплю мои любимые румяна Nars Оргазм. И с удовольствием отправлю такой презент в любую точку мира, откуда вы меня смотрите. Условия, как всегда, самые простые. Ищите их в инфобоксе, и пусть удача в этом году улыбнется именно вам. Я сама никогда ничего не выигрывала, но рада дарить подарки. Всего 2 часа дня, а я уже допиваю третий кофе. Очень мало спала сегодня, но тем не менее я не сдаюсь, потому что нужно когда-то начинать возвращаться в форму. В строй я записалась на новые занятия по фитнесу. Это как бы групповая тренировка, и у каждого отдельный мини-батут. Я надеюсь, что я выживу. Сегодня я забираю мальчишек чуть раньше, потому что у свекрови день рождения. Это не ее подарок, но просто помимо цветов и каких-то там поделок мальчишек,
Я не могла позволить себе прийти с пустыми руками, так что спаковала ей уход Клиник, также ночной крем от Урьяж, очень хороший, крем под глаза от CeraVe, это мист от Pixi с розой и мицеллярная вода от Vichy. Одеваюсь и едем купить цветочки. О, перепаковала все, теперь симпатичнее, правда? Ух ты, как прикольно получилось. И цветы розовые, и подарочный пакет. И для того, чтобы цветочки не замерзли, у нас их запаковывают в бумагу. И сейчас он кажется миниатюрным, но он средних размеров. И так красиво и нежно выглядит, правда? И эвкалипт здесь, и розочки, и гвоздики, и какие-то сухоцветы. Красота! О май гад! Вид у меня, конечно. Это была... Да, я сейчас после тренировки, 8:30. Я только вышла, и это была одна из самых таких интенсивных, очень насыщенных тренировок. И я могу гордиться собой, потому что у меня был небольшой перерыв. Я ни разу не сошла с этого трамплина или батута. Напишите, как это называется у вас, потому что по-польски это трамплины. Сейчас еду домой. Наверное, Томик уже положил Захарчика спать. И Игната, наверное, тоже. Завтра нам рано вставать, потому что у нас завтра первый день в школе. Пробный день. Завтра уже вам расскажу, в чем суть. И, наверное, вот мне нужна была такая интенсивная нагрузка, чтобы не загружаться, чтобы слишком много не думать, потому что сегодня что-то там шалил YouTube, я не могла загрузить видео. То видео, которое вышло сегодня, оно было запланировано, просто я раньше это сделала, но какие-то изменения в связи с детьми, короче, я там что-то нащелкала, и не очень много просмотров. И для меня это просто, знаете, как не цифра, а для меня это заинтересованные зрители. Я всегда переживаю, да, какой отзыв от вас. Нравится, не нравится, хотите смотреть или нет. Вот, так что если вы пропустили фаворитов за прошлый год, то я оставлю вам ссылочку внизу в инфобоксе и здесь тоже брошу, потому что это косметические итоги года. Лучшее, что есть в моей косметичке на данный момент. Вот. Мне сегодня нужно приготовить для Захара обувь и одежду на завтра, потому что нам не очень привычно вставать так рано. Я детей отвожу на 9:30 утра на завтрак, а в садике, не в садике, а в школе нужно быть в 8. Так что держу за Захарчика кулачки. Я, конечно, надеюсь, что все получится. Ну, я не знаю, что я могу сделать больше. Он читает, он считает. Мне кажется, что для этого возраста это уже хорошо. И сейчас очень много требует от детей. И очень темно, а я тут вам обещаю с полутьмой. И сижу вот так, чтобы фонарь на меня светил. Еду домой. У Томика сейчас тоже не самый легкий период на работе. Я, как всегда, с вами заболтаюсь. Все, я поехала домой. Увидимся уже завтра. Или вечером, не знаю. Знаете, мне очень приятно, что некоторые замечают, что немножко изменились заставки к каждому видео, и я действительно могу просидеть даже час-полтора, делая какие-то варианты. Это, конечно, не финальные, но сегодня мне захотелось попробовать еще что-то другое. Я не помню, я показывала вам это или нет. Это реально польский наркотик. Я надеюсь, что YouTube не забанит меня за эти слова. Это птичье молоко. Причем я помню, что в детстве я всегда выедала именно белое. Здесь отдельно можно купить коробку белого птичьего молока или шоколадного. И мне очень нравится от этого бренда Wedel. И всегда у них такие очень красивые упаковки. Где-то полгода тому назад или там... Я как-то так застряла в этом времени. Может, и дольше уже. Они есть на рынке, но мне очень нравятся вот эти. И даже на подарок не стыдно привезти. Очень красиво выглядит. И главное, что они вкусные. Также я помню, что моя мама очень давно, когда я жила с ними еще, с родителями дома, она готовила такие гречневые оладьи. И мы были в Лидле. Я увидела гречневую муку. И нужно написать маме, чтобы она прислала мне точный рецепт. Насколько я помню, там еще есть кефир. Ну, я вот узнаю и потом покажу вам, что к чему. Это очень вкусно. И, конечно, зашли в Пепко, это тоже опасно. Мы разбили несколько вот таких пиалок во время праздников. И я докупила к своему набору. Так что я счастлива. Что мне еще надо? У нас раннее утро, мы уже с Игнатом справились с заданием. Пошел братишка в школу. Игнат еще спит в это время. Бедного ребенка теперь нужно поднимать пораньше, чтобы отвезти братишку.
Вообще, наверное, зря я переживала. Еще так классно, при входе мы встретили его друга с мамой, которого он знает с футбола. Они ходят уже второй год, получается, вместе. И он взял его за ручку, провел его в раздевалку и тоже отведет его в класс. Так что я верю, что все будет нормально. Но на всякий случай я сегодня взяла выходной. Заберу их сегодня пораньше. Сначала Игнашек, а потом вместе поедем за Захаром. 3 пробных дня. Но это я ему объяснила, что это все несерьезно, что он там пойдет посмотреть, чтобы он не переживал, что никто не будет его оценивать, что никто не будет заставлять его что-то делать, там, читать, чтобы он просто хорошо себя вел. Это единственное, о чем я попросила ребенка. Ну все, побежали, и мне как-то спокойнее, что все вот так прошло, потому что я не знаю, я, наверное, люблю переживать. Попросила Томика купить авокадо. И он, конечно, знает, что я люблю его, но такого авокадо я еще не видела. Вы представляете, оно как, ну не знаю, пол моей головы. Обалдеть. Косточка, кстати, размера привычного авокадо. Вы такое видели? У нас уже новый день, человека потянуло на черное. Довольно часто сейчас ношу этот цвет, но на нем так видны все ворсинки, пылинки. У меня как назло закончилось вот это... липкая лента на рулоне, нужно докупить. Я хотела вам кое-что сказать. Сегодня утром у меня состоялся разговор с учительницей, которая вчера целый день наблюдала за Захаром. И вы знаете, если Игнат, он очень быстро адаптируется, он такой хохотун, Захар более серьезный, он иногда присматривается, и он раскрывается спустя какое-то время. А тут оказалось, что в классе, в который он попал, там всего один, ну просто так сложилось, что там целых 2 мальчика, с которыми он ходит на футбол. Вот такое совпадение, и он сразу почувствовал себя как рыба в воде. Потом оказалось, что тренер, к которому я вожу мальчишек на футбол, это же как-то снимала его несколько секунд, очень-очень приятный мужчина, у него такой классный подход к детям, он там ведет физкультуру, и вчера как раз была физкультура, и Захар еще его встретил и говорит, господи, как у меня стреляет что-то в шее, старость не радость, видимо, а вот так будет лучше. И мне сказали, что он очень активно принимал участие во всех занятиях, что он поднимал руку, что он всем интересовался. И вчера вот я с ним долго разговаривала, потом Томик приехал, то же самое. И финал всего нашего разговора был таким, что он говорит, мама, в школе даже интереснее, чем в садике. Я теперь так жалею, что я не отпустила его в школу еще с сентября. Наверное, все-таки я мамаша, которая переживает больше, чем... нужные дети быстро адаптируются, и вообще я всегда надеюсь на лучшее, но рассматриваю разные сценарии. И также моим важным заданием было то, чтобы для него не было никакого стресса, потому что ну вот просто так отправить ребенка в школу, где дети уже учатся там с сентября, а сейчас на минуточку январь, но нам предложили такое решение, потому что с следующего года мест нет. А здесь вот еще помимо нас 3 человека на место. Я не знаю, чем это закончится, так что я как бы с Захаркой беседовала и объясняла ему, что просто пойдешь, посмотришь, как детки учатся, там ты себя хорошо веди. Я его не настраивала, там отвечай на все вопросы, хорошо читай. Я его там не заставляла читать на протяжении 3 недель, пока они сидели дома. То есть все очень спокойно, чтобы ребенок тоже не разочаровался, если мы все-таки туда не устроимся. Вот, а то он так привыкнет, подумает, что вот, я такой молодец, там все, мама так хотела, чтобы я попала, и ну, чтобы он не чувствовал себя виноватым в этой ситуации. Так что мы типа как сходили на разведку, и вот после первого пробного дня мы получили такой хороший отзыв от преподавателя, что нас попросили приготовить все документы, отзывы воспитателей о Захарчике, и завтра у нас будет разговор с директором школы, и попросили, чтобы тоже присутствовал папа. И обычно, когда дети там устраиваются в садик или в школу, нужны оба родителя, а не просто так прийти, типа там поговорить, что хотите, не хотите, давайте обсудим условия. Мне кажется, что все-таки все получится, и все будет нормально, раз нас так двоих зовут, и
Захар себя тоже хорошо проявил. Он такой мальчик с характером, конечно, и я очень боялась, что, не знаю, на фоне стресса он как-то будет капризничать. Там я даже вообще ничего по работе не планировала, чтобы, не дай бог, там мне не позвонили, не сказали, что у ребенка там болит живот, например, у него такое бывает, что он, когда переживает, что-то боится, он говорит: «Мам, у меня болит живот». Сегодня был такой более спокойный влог, менее насыщенный, чем предыдущие. Но все равно я надеюсь, что вам было интересно, и жду ваших мнений по поводу того, чтобы сделать какие-то такие легкие рецепты, насколько это актуально. А, еще забыла, знаете, что вам сказать, что в следующем влоге, то есть в понедельник я начну его снимать, я буду записывать видео с презентацией о Термомиксе. Уже потом объясню, что к чему. Это типа как многофункциональный робот, там и миксер, и мультиварка. И суть не в том, чтобы все там, не знаю, побежали интересоваться, но это такое явление, которое актуально во многих польских семьях, даже если это семья, скажем, с таким средним достатком или ниже среднего, они все равно берут в кредит, берут в рассрочку. И во многих домах вы увидите вот эту штуку. И также интересный факт такой, что ее можно оформить на себя, даже полностью выкупить, 2 недели попользоваться, если вам вдруг не понравится, там, не знаю, вас разочарует, ее можно вернуть. Так что попробуем еще что-то поготовить. Все то же самое вы сможете выполнить при помощи обычных блендеров, там, пароварок или просто даже насадки для кастрюли, чтобы готовить что-то на пару. Так что это как бы не обязательный момент, но мне просто интересно, чего же все так балдеют в этой Польше и почему все решаются купить настолько дорогую вещь домой. Вот. Если она не будет сама за меня готовить, я ее верну. Вот. Но у меня не завышенные ожидания. Так что увидимся с вами уже в следующем влоге или в каком-то другом видео. Всех целую и обнимаю. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.